Сегодня приходили в подъезде, убирались. Сразу видно, вот, например, по коврикам, что они вот так вот лежат. Убирались, но, да, все чисто, пахнет вкусно, все идеально. Но вчера или позавчера тут гуляли туристы. И что сделали? Опа! За входной дверью оставили мусор. Видно? Думаю, видно. А свет особо не помог. Ну, короче, меня, во-первых, больше интересует не сколько, что уборщица не выкинула, что это пиво. Что уборщица не выкинула это пиво. А сколько, почему туристы, почему люди себе позволяют такое? То есть выбросить мусор, за дверью поставить банку. То есть если ты идешь домой, то ты как бы зашел и выкинул там. Если ты вышел на улицу, то ты можешь выкинуть здесь. Здесь есть урны. Чтобы понимать, вот здесь вот урна есть. Раз, выкинула вот там. Далеко ходить не нужно. Вторая урна вот там есть. В конце перекрестка. Время перекрестки в конце этого вот квартала, да. И вот вопрос, банку это что, так сложно выкинуть или что? В чем проблема была? Я немножко вот не понимаю. А что-то там, где-то какой-то Массимо Дутти бежка вообще. Ладно. И, а это еще только начало сезона. Все самое интересное впереди. Но я такого не видел, честно, ни разу здесь, в Испании, чтобы мусор оставляли вот так вот в подъезде банку. Ну, это понятно, что это 100% сделали туристы. Местные так не могли сделать. Все, кто живет здесь. Ну, во-первых, это есть же такая поговорка, что там свинячить или как мусорить в своем саду. Ладно, я не помню, как это точно говорится. Вот, поэтому зачем? Я не понимаю. И у меня больше вспоминаю случай, когда был. Я шел в центр города, ехали тоже туристы на машине, пили и просто останавливаются на зебре, на светофоре и выкидывают в окно пластиковый стакан. Прям выкидывают. Ну, значит, вы можете этот мусор у себя в машине везти. Почему? При этом это пластик, который или не разлагается, или ему много очень времени нужно, да, чтобы разложиться. Ну, как бы, я не экологический активист, но тем не менее, о, деревья подстригли. Но те, а их вообще спилили. Не понял. Вот я ходил, снимал недавно. Деревья были на месте, а теперь их нет. Спилили. Короче, я не экоактивист, но тем не менее я за экологию, за то, что нужно бережно относиться к экологии и не мусорить. К окружающей среде не мусорить, не выкидывать. Особенно то, что не разлагается. То есть я даже себе не позволю выкинуть шелуху от семечек на улице. Я ее дотерплю до урны. Я не позволю себе выкинуть, не знаю, там, огрызок от яблока. Я дотерплю тоже, выкину его в урну от клубники. Вот я недавно шел, ел клубнику. И зеленые листочки, да, остаются. Ну, в принципе, вот. Можно выкинуть, да? Нет, я не буду этого делать, потому что для этого есть урны, мусорки и так далее. Зачем мусорить в городе? Понятно, чтобы туристы, можно на это все списать. Нет, нельзя на это списывать. Считаю, что и что, если ты турист, значит, все можно. Почему я приезжаю в другую страну отдыхать? Я также уважительно отношусь абсолютно ко всему. К предметам на улице, к чистоте на улице и так далее. К персоналу, который там работает. Неважно, в какой бы стране ни находился. Я в любом, даже вот в Таиланде, да, там мусор можно, не можно, он валяется везде. Я никогда его не выкину вот так же, как и все, потому что, ну как, почему? Это же мусор. Вот, он же потом вот, вот лежит. Там вот бычки вот эти и так далее. Про бычки отдельная история. Тут на пляже тоже я загорал. Сидят, курят. Во-первых, запрещено на пляже курить. Начнем с этого. Во-вторых, окей. Вы курите, сидите. А вы потом эти бычки куда дьете? Она вот сидит, и этот бычок прям в песок закапывает. Ну,
Вот начнем с того, что опять. Они сколько времени нужно, чтобы разложились, чтобы распад произошелся? Очень много. Ну и зачем? Ну, ты покурила? Окей, покурила, хорошо. Ну, положи в какую-нибудь баночку с собой, возьми стакан. Раз ты не можешь перетерпеть покурить. Это не только вот к той женщине, там еще и мужчина сидел, курил и так далее. Там было много народу. Я просто заметил, что женщина конкретно так сделала, зарыла в песок. При этом она сидела возле моря. И, то есть ближайшей волной это все опять в море уйдет. А потом сами будут плакать и ходить, говорить, что ой, как грязно, ой, как все плохо и так далее. Так нужно начать, наверное, с себя. Я вот искренне, я не понимаю, у меня просто накипело, мне кажется, поэтому решил высказаться. Но я искренне не понимаю, как можно мусорить у себя под носом. И потом ходить еще и возмущаться, что грязно. Баки раздельные, сортировать мусор. Это же не проблема. Я вообще не вижу проблемы сортировать мусор. Абсолютно никакой. Вот тут народ вышел после дождя. Кстати, вот дождь прошел, и не видно, что дождь был. Луж нету. Я вышел на пляж и ушел с пляжа. Там я по делам ходил, короче, нужно было быстренько забежать в один киоск, который оказался закрыт. Я ему позвонил, он говорит, а придите завтра в 10 утра. Ну ладно, короче, не столь суть, все нормально, завтра в 10 утра приду. Окей, время до завтра, по крайней мере, еще терпит. Вот, но... Если говорить про мусор. Вот в городе... Я, кстати, тут ехал и думал, что... Вот интересно, почему не организован какой-нибудь субботник? Мы как-то раз, по-моему, до пандемии еще, ходили на чистку моря. То есть там была организована такая встреча, не знаю, как мероприятие. И любой желающий мог записаться, прийти убирать море. И вот мы там пошли, мы ходили, убирали море, там пенопласты огромные, которые намыли. Понятно, что это все капля в море, но тем не менее там очень много мешков мусора мы выгребли за 3 или 4 часа, что мы там были. Вот я все ходил, думал, почему не организуют какие-то подобные еще вещи, чтобы можно было спокойно выйти, поубираться, а потому что на самом деле есть где что почистить и где поубирать мусор. Вот здесь идешь, в принципе, визуально чисто. Мусора не так много валяется, вот те же самые бычки валяются. Вот, поэтому около китайцев там очень много мусора валяется. Около китайского мусора. Почему я пошел? Ладно, бог с ним. Вот, и мне кажется, можно было спокойно выйти и почистить город, привести в порядок зоны. Вот. Ну, видимо, никому не надо. Хотя я бы вышел. Но я не знаю, нужно ли это согласовывать с администрацией, если честно. У меня даже были порывы выйти, купить мешки, перчатки и выйти пособирать этот весь мусор, потому что, как минимум, даже мне самому неприятно ходить по вот этой всей грязи мусора, которую оставляют после себя туристы. Жалко, что это все ненадолго. Через какое-то время опять туристы приедут и опять будет мусор.